22 декабря в Кыргызстане отмечается День энергетика. Это профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах свет и тепло. Сегодня наша съемочная группа решила узнать, как проходят рабочие будни сотрудников чуйского предприятия электрических сетей. Устранить неисправность в кратчайшие сроки на земле и на высоте в любых обстоятельствах и погодных условиях. Так работают сотрудники чуйского предприятия электрических сетей. Круглосуточно, в выходные и праздники они решают непростую задачу. Обеспечивают район и его жителей электроэнергией. Сегодня работаем по наряду допуску 11.1.15. Для замены аварийной опоры номер 116. ПВЛ 10 кВт, 220, 110, 10 кВт. За долголетний труд было мало обеспечения раньше в энергосистеме. Сейчас стало полегче, стали приходить материалы, что качественно влияет на нашу работу. Электромонтеры Джаильского РЭС трудятся круглосуточно, решая сложные задачи в любую погоду. Так, в этом году они провели ремонт трансформаторных подстанций и более 60 километров воздушных линий в Джаильском районе. С изменением последнего времени климата и в холод, и в гололед, и в снег, и в плохую погоду выходим, производим работы. Несмотря на времени суток, это хоть вечером, хоть 2 часа ночи у нас бригада оперативно собирается, и мы все производим вот эти работы, дефектные работы в случае выявления аварий для снабжения электроэнергии бесперебойного нашего населения. А это подстанция Фрунзенская. Благодаря этому объекту почти все жители населенных пунктов Чуйской долины и столица получают электричество. Подстанция находится на окраине села Чалдывар. Сюда прямо из Токтогульской ГЭС протянута высоковольтная электролиния. Всего же на предприятии работает в общей сложности около 40 человек, которая обслуживает один из самых важных стратегических объектов страны. Недавно подстанция Фрунзенская была признана лучшей в стране. Старший мастер Александр Поздерин отметил, что это результат совместных усилий всех сотрудников. Коллектив подстанции, значит, в этом году хорошо поработал, в 2023 году. Мы заработали, значит, первое место среди подстанций класса 500 напряжения, значит, 4 подстанции у нас 500. Ребята отработали очень хорошо, замечаний нет. Всем энергетикам пожелаю, значит, да не только энергетикам, люди, чтобы в каждом доме горел свет, чтобы все были счастливы и было всем все хорошо. Отметим, что 22 декабря – профессиональный праздник работников энергетики страны. Эта отрасль играет ключевую роль в обеспечении электроэнергией предприятий, населенных пунктов и учреждений Кыргызстана и продолжает активно развиваться. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чуй.